Поехали! Мы красные, классные. Есть, отлично. Отлично! Ну что, с вами сегодня Михаил Булавцев. И Лилия Донского, И и мы... вся наша команда «Карьера онлайн», люди, которые присутствуют в вебинарной комнате, те, которые будут смотреть данную запись, и объявляем банкет, онлайн-банкет по случаю подведения итогов каталога номер 12 открытым! Ура, ура! Это такое трогательное событие. Каждый раз, когда это происходит, я все время радуюсь, как ребенок, вашим успехам, большим и маленьким, потому что большой успех складывается из маленьких шагов. И по результатам 12-го каталога товарооборот нашей команды 12 тысяч с небольшим баллов по российской команде. Товарооборот продукции Wellness 2028 бонусных баллов. К нам пришло всего 18 человек, но зато какие! Ого! 9 человек стали рекрутами. И 7 человек прошли первый шаг стартовой программы. Давайте поаплодируем этим смелым ребятам, потому что здесь очень много новичков, которых мы сегодня будем поздравлять. И у нас реактивировано, то есть вернулись в команду 17 человек. Активность нашей команды в каталоге номер 12 составила 74 с небольшим процентом. Хорошая Отлично. активность, я Да. рада. И давайте посмотрим, какие у нас новые достижения, помимо вот тех цифр, есть в каталоге номер 12. У нас всего 3 человека стали консультантами 3%. Два 2 человека. человека, да. Смотрю на 3 и говорю, Ага, да. заговариваешься. Так, на 6% у нас вышло 12 12 человек. То человек. есть смотрите, как выше ступенька, выше людей, больше людей. Ага. На уровень Ого. менеджер 9%, то есть первый менеджерский уровень, вышло 22 человека. Вы знаете, ребят, я немножечко расшифрую. Здесь указаны все люди, да, по ветке, но активных людей не так много, и мы их сегодня особенно выделим. И самое интересное, что вышестоящие Что? спонсоры могут вот этих всех людей, которые вышли на такой уровень, сейчас сообщить им эту радостную новость, объяснить, что это значит, и вернуть их к активности, зажечь в них огонь Да, такой, показав знаете. результат в цифрах прошлого каталога. Например, менеджер 9%, там Маша Иванова. Маша, ты в курсе, у тебя товарооборот твоей команды, допустим, там 40 тысяч рублей. Хочешь, покажу, как научу, как ты можешь получать свой процент с данного товарооборота. Все, человек на крючке, вы ему объясняете, он На каком включается. таком крючке? Это не на рыбалке, Миша. Ну что, мы продолжаем. И у нас есть сногсшибательный результат. Четыре. 4 менеджера уровня 12%. Здесь особенно бурные аплодисменты. Я вам сейчас покажу, как можно аплодировать. Я же заранее подготовилась. Это смайлики, да, и такие, чтобы чат был красивый. И Все-таки сегодня праздник. узнаем, кто эти люди. И, конечно же, Варгины. самая главная новость, помимо всех вот этих поздравлений, поздравления будут в следующем каталоге, в следующем, через год, через 5-10. Но сейчас особо такой важный момент, которому стоит уделить внимание, это менеджерская конференция 2018 года в Хорватии, Я прям держу крестики. на которую из нашей команды и из будущих партнеров может квалифицироваться практически каждый человек, каждый новичок, который хочет, захочет и проявит активность. На текущий момент наш партнер, который, листай, Которая я. которая я, Ура! прошла Валентина! уже второй шаг стартовой квалификации на менеджерскую конференцию Ага. в Хорватию. В каталоге номер 12 у Вали два личных квалифицированных Как рекрута, и то есть, должно да, как и быть. должно быть, выполняет условия, и 5 командных квалифицированных рекрутов. 5. Ага. Листай, Валь, и тебе осталось листай, всего 6 шагов. Мне так листай, Лили, нравится вот это. листай. Да листаю, листаю. И... Да, и вот как раз эти самые цифры. 7 квалифицированных рекрутов из 25, которые требуются от Валентины показать Ага. за весь период, у нее уже сделаны. То есть Валя опережает у нас график, и это очень здорово. И, Лучше больше. конечно, лучше больше. Чем больше наберешь квалифицированных рекрутов вместе с командой, тем выше вероятность того, что тебя вызовут на сцену еще раз.
с целью поздравить уже менеджеров, Ну, это, которые да, это уже такие детали, технически, потом они будут. да. Я листаю дальше. Валь, ты просто огромная молодчина. Мы тобой гордимся и верим, что ты легко пройдешь до конца и с собой еще привезешь в Хорватию несколько человек из команды. Да, Валя прям молодчина. Но мы двигаемся дальше. И, конечно же, премьер-клуб. Как я каждый раз про него так вкусно, сладостно рассказываю, потому что участники премьер-клуба у нас зарабатывают деньги, получают доход от компании Reflame. И вот уже в четверг придут долгожданные смс-ки с зарплатой, с доходом. И таких участников премьер-клуба у нас 51 человек в команде. Я предлагаю удвоиться. То есть, да, чем больше таких партнеров, тем быстрее бизнес строится. Да, смотрите, 51 человек суммарно совершили заказ на 8109 баллов, что является почти 67% от общего товарооборота команды. Представляете, как это круто? То есть вам для того, чтобы стать директором, 7500 бонусных баллов, необходимо даже меньше, чем 50 активных человек. Классно. Да. Теперь... Валь, Валь, тебе будет приятнее еще, когда ты там окажешься вообще в Хорватии, на сцене будешь стоять. Это очень круто. И у нас есть еще платиновый премьер-клуб. Это означает, что у нас люди набирают от 250 баллов личный заказ, и таких людей у нас пятеро. Задача не из легких, но она у нас реально, да, решаемая. И мы покажем сейчас топ-10 личных заказов. Вот 10 человек суммарно сделали на 2517 баллов. Ребят, цифры вообще Умножаем умопомрачительные. на 3 и получаем директорскую структуру. Ага, то есть 30 таких человек. И первое место мы тут рванули Варгину, опередили немножечко Донского Булавцев. Ну, нечестно, мы с тобой вдвоем, она одна. Поэтому, Конечно, да, конечно. Варгина вообще молодчина. И Мальцева Оля. И Караева Аня, Да. и Пархоменко Ксения. Да, вообще крутышки. Да. Так же, как и Григорьева Наташа, Красоткина Кристина, Фролова Таня с Владимиром. супругом, да, Владимиром Шлыгиным, тоже семейная пара, Цыганкова А это Виолетта, новички вообще, представляете? да, Виолетта и и Захар Захарова Елена. Елена, Мы новички, просто... которые пришли и сразу же 200 баллов. Слушайте, мы такие сегодня эмоциональные, мы друг друга Мы, перебиваем. наверное, переработали немного, Перевозбудились да. немножко. Ребята, вы просто, да, молодцы. Хотелось бы от вас мастер-классов. Как вы это делаете? Пожалуйста, зарядите Вот нас. так вот, раз, легко. Как вы делаете Ну, 200 то что... баллов? Вот расскажите это, пожалуйста, на вебинарах, на планерках. И давайте, я сегодня подготовил еще больше цифр по wellness-тематике. Чисто мужская презентация. Очень будет интересно увидеть следующие буквально 5 слайдов. Общие цифры по wellness. Как вы уже слышали, 2028 баллов. Почти 17% от общего товарооборота. Хороший результат, но можем еще больше. Новые цифры. 40 wellness подписок в нашей команде. Класс. 40. Давайте листать дальше. Вообще отлично, потому Да. что подписка это очень выгодно. Как вы видите, кто-то из партнеров имеет несколько подписок. Ну, как я, например. Как ты, например, как я, например. 24 партнера имеют 40 подписок, то есть 24 человека. Листаем дальше. Из них 10 партнеров, таких как ты, например, как я, как еще 8 партнеров, имеют 2 подписки. Круто. Круто. И 2 партнера имеют 3 подписки. ого. Дальше. И И один партнер в нашей команде имеет 4 wellness подписки. слушай, мне даже теперь интересно, кто это. Интересно? Ну так Да. смотри. Ого. Вася Владимир имеет 4 wellness подписки. Посмотрите, что он Круто. заказывает. Да. Ну, для семьи. Для семьи, Жене, для жене ребенка. себе и Да, ребенку. Ой, да, слушайте, да. здорово. Я даже никогда не знала. Классно. Ребят, поздравляю еще раз. Молодцы, просто молодцы. И топ-10 wellness-продукции сделали суммарно 1334 балла. Давайте поздравим этих. Продолжаем топ-10 потребителей wellness-продукции. Мы с Лилией. Варгина Наталья, 197 баллов.
Наташа тоже может рассказать Все и мощно. рассказывает, да, постоянно, что входит в ее wellness-продукцию и для кого она ее заказывает. Угадайте с трех попыток. Пархоменко Ксения 151 балл. Фасин Владимир 138. Похоже, у Вовы у нас четвертый шаг, да, который идет Наверное. бесплатно. Григорьева Наташа 125 баллов. Отлично. Хохлова Валентина 124 балла. Мальцева Ольга 112 баллов. Безумова Виктория 108. Жилина Людмила 100 баллов. И Захарова Елена, наш новичок, 78 баллов. Давайте поаплодируем. Да, давайте поаплодируем и давайте расскажем нашим новичкам, что такое wellness-подписки. Давайте акцентируем внимание, что каждый четвертый продукт по подписке у нас идет совершенно бесплатно. Давайте расскажем это новичкам, которые у нас пришли, чтобы увеличить количество подписок, Количество здоровых людей, чтобы я бы так сказала. стать еще красивее и здоровее. Да. Да. Поехали дальше. Да, но это вы будете делать уже самостоятельно. Да. Молодцы. Сейчас мы поздравим участников премьер-клуба. Это Васин Владимир, Жилина Людмила, Рябова Лариса и Букаркина Ольга. Вы видите, на слайде написано, кто сколько сделал товарооборот. Давайте им поаплодируем, потому что они огромные молодцы. И поздравляем Гришну Наталью, Дусумангалиеву Валентину, Дусумангалиеву Владислава, который, кстати, еще и прошел второй шаг стартовой программы, и Тарукала Кристина с участием в премьер-клубе. И сейчас я с удовольствием передаю микрофон команде Михаила Булавцева, Миша Рули. Да, спасибо большое. У нас в этом каталоге бомба. Да, бомба. Бомбические Причем не результаты. одна, а такая большая, она замедленного действия. Взрывалась, взрывалась, и наконец-таки она в субботу еще больше взрывалась. Листая слайды. Ну, все по Сейчас, плану, все по конечно, плану. Все по плану, все двигаются Но вы вперед, готовы вверх. поздравлять? Что-то вы какие-то скромные. У меня ж мурашки. Сейчас микрофон будет передаваться и от спонсора к спонсору, чтобы уже Из каждый... поколения в поколение. Да, чтобы уже каждый мог вставить свои заветные такие слова с поздравлениями. А пока мы поздравляем участников премьер-клуба, которых в нашей команде 15 человек. Озвучивать уже никого не будем. Вы кто себя видит, да, кто себя видит, давайте ставим смайлики. Плюсики, кто видит смайлики. Своих партнеров, смайлики в чат. Давайте, ребят, зажжем. Смотрите, как нас много. Премьер-клубовцы. 15 человек получают доход вместе Классно. С компанией Арифлейм. Классно. Да. Такие все красотки, красавцы. Видите, у нас и мужчины есть. Да, супер. Класс. Ну и наконец... Не плачь. Я просто счастлива. Ну и наконец подошло время нашим поздравлениям. Менеджер 12%. Мама четверых детей из города Саратов. Варгина Наталья. Барабанная дробь. Молодец, Наташа. С личным заказом 314, из них большая часть это wellness-продукция. Групповым заказом практически к 2000 активно приближается. И обратите внимание на активность команды. 167%. То есть, по сравнению с предыдущим каталогом, да, команда Варгина и Наташи активнее в 1,5 раза. Молодцы, вообще. Передаем слово Наташе. Да. Наташа, да, с огромным удовольствием передаем тебе микрофон. Сейчас я тебя найду. Представь своих самых активных участников команды. Сделай это так, как ты умеешь, мощно, по-лидерски, а мы скоро вернемся. Да, меня хорошо слышно, но меня не видно, да? Я думаю, что скоро увидимся. 100% только видео, да, до сих пор. Так, ребят, ой, я очень волнуюсь, если честно. Первый раз я представляю свою команду. Вот, первый раз представляю, ну, еще раз представлюсь на банкете сама. Так я уже много раз представлялась, многие меня уже знают, многие слышали меня, да, но на банкете я впервые. Меня зовут Варгина Наталья, я менеджер 12%, ура!
Вот. Но я бы не была менеджером 12%, если бы не моя замечательная, дружная, мощная команда, которую я очень хочу сейчас представить. И первый слайд, Миш, листай, пожалуйста. Это Надежда Громанчук. К сожалению, Нади сейчас нет в комнате, потому что она из Иркутской области, город Усть-Илим, и там у них уже глубокая ночь. Но я знаю, что Надя посмотрит записи, посмотрит вместе со своими девчонками, потому что большая часть ее команды тоже из Иркутской области, они все из одного города. Очень активные девочки, очень мощная команда, очень дружные. И вот благодаря их активности, да, Надя стала менеджером 9%, с чем мы ее поздравляем. Ура, ура, ура! Надя, конечно, очень мощный лидер, в ней огромный потенциал, у нее такие возможности огромные. Я верю и я знаю, что Надя обязательно пойдет по красной дорожке, обязательно у нее будет звание не просто менеджер 9%, а директор и выше. Я думаю, что она достойна драгоценных званий. Ну, и я хочу представить следующего своего ключевого партнера. Сейчас, ребят, секунду. Ура! Аплодисменты за кадром. Вот даже Матвей участвует в моих поздравлениях, потому что это искрометный человек, это человек с огромной энергией, это мой любимый партнер. Вообще очень здорово, что нас свела судьба, мы еще с ней соседы. Вот, это просто крутой человек, просто это Валентина Хохлова. Я хочу ее поздравить с такой ступенькой, как менеджер 9%, но она уже настолько мощный лидер, что она уже далеко не менеджер 9%. Она уже просто практически готовый директор. Остались только технические моменты, чтобы именно дойти до этого звания. Валя, я желаю тебе успехов, я желаю тебе также мощно двигаться, и я желаю твоей команде просто делать взрыв, прорыв, потому что вы делаете невозможное. И вы всем даете уверенность и даете понять, что невозможное возможно. Это очень круто, то, что вы делаете. Ваша команда просто настолько показывает классные, мощные результаты. Вы просто, я не знаю, бегом бежите по лестнице, по карьерной лестнице. И это очень хороший пример для всех. Вообще у вас классный задел. И я знаю, что вы скоро вся ваша команда достигнет очень хороших результатов. Я вам этого искренне от души желаю. Всех вас люблю и обнимаю. И, конечно же, я хочу передать слово Валентине, чтобы она сама представила всю свою команду. Валя, бери микрофон. А всем я хочу сказать большое спасибо. Спасибо за поздравления. Я очень рада, что я попала в Reflame. Я очень рада, что я вместе с нашей командой. Вы все замечательные, у всех огромный потенциал. Всем роста и всем скорее-скорее попасть на банкет директоров, чтобы мы все там зажгли так, как не зажигал никто. Спасибо всем, ребят, и представляю еще раз Валю Хохлову. Привет! Меня видно? Соня, включи свет, Соня. Да. Да, включи. Сейчас мы немножко настроим видео с ребенком. Вот так, да? Хорошо. Всем привет! Вот так. Меня прям отлично сейчас, чтобы ничего лишнего видно не было. Ребятки, я с поезда буквально час назад вернулась обратно в Саратов. Вот, немножко такая взъерошенная. Очень рада всех видеть. Я хотела бы начать с того, чтобы приветствовать Катю Анциферову. Правильную фамилию назвала? Если нет, извини, Катя, пожалуйста. Это новичок уже из команды Розы. И Роза у нас зарегистрировала Катю Малышеву, а Катя зарегистрировала другую Катю. Я хотела бы поприветствовать сегодня Милу Иванову. Это девочка из команды Розы, Розу и Виолетту.
Ну, Виолет у нас очень часто, на самом деле, ходит на наши мероприятия. Роза, в связи с тем, что работает, не получается ей так часто приходить. И это очень классно, что сегодня у нее есть возможность быть с нами. Всем привет, очень рада такой наполняемости, на самом деле. Вот. А еще немножко отвлекусь и хочу поздравить. Сегодня у нас две регистрации у Виолетты, две заявки у Виолетты и одна заявка у Розы. Поэтому наша команда растет как нельзя, так что ждите. Результаты скоро, я думаю, не заставят себя ждать. Давайте теперь обратимся к слайдам. Как же мы прожили 12-й каталог? Нет, Миш, подожди, не листай. Вернись, пожалуйста, назад. Спасибо. Значит, в этом каталоге, ребят, мы пригласили нашу команду, 11 стартеров. У нас было 7 рекрутов и 5 Q-рекрутов. Q-рекруты – это те, кто у нас сделал 100 баллов, да, и более. Вот. Из этих 100 – 2 моих личных. В этом каталоге я лично зарегистрировала 4 человека. Это меньше, чем в прошлом каталоге. Но я ощущаю, что на сопровождение сейчас нужно тратить тоже достаточно много времени, поэтому... получается, с регистрациями, с личными пока вот так. Вот. Активность нашей команды составила 175%, и товарооборот мы увеличили вдвое. Товарооборот по деньгам по сравнению с прошлым 11-м каталогом. Да, это на самом деле очень клево. Цели на 13-й каталог стоят агрессивные, поэтому будем работать дальше. Листай, Миш, пожалуйста. Что с... Это Соня моя, да. Ребят, в этом каталоге мы хотим поздравить с повышением, с переходом в совершенно новый разряд и новую ступень. Розу. Роза стала менеджером 9%, с чем мы ее поздравляем. Просто бурные аплодисменты. Роза огромная, молодец. С первого каталога выполняет шаги стартовой программы. Сейчас у нее уже второй шаг. В этом каталоге Роза стартанула и стала участником золотого премьер-клуба. Групповой товарооборот Розы больше 1000 баллов, ребят. И она сделала менеджера 9% за 34 дня. Кто хочет знать как, спросите у Розы, потому что я не знаю, я за 40 дней сделала менеджера 9%. Давайте дальше. Следующий замечательный мой человек, это все девчонки, с которыми мы познакомились раньше, работали вместе в Макдоналдс. Второй менеджер 9% наш, с личным заказом в 200 баллов. С двумя личными регистрациями в прошлом каталоге и уже двумя заявками в этом каталоге, как мы помним, это Виолетта. Вот такая вот у нас Виолетта. Виолетта у нас бомбит на самом деле регистрациями. Будем работать еще над качеством. Большая молодец. Приглашает теплый рынок очень активно. Периодически кидает номера телефонов, созваниваемся, регистрируем, общаемся и проходим школу. Да, Виолетта, планируем же прохождение школы в следующем каталоге полностью? Я думаю, школа не заставит себя ждать, потому что... это сделать необходимо. Захарова Лена. Это просто была бомба прошлого каталога. Лена пришла и сделала огромный заказ. После этого мы сразу позвонили Лене и спросили: Лен, рассказывай, как ты это сделала, такой огромный заказ. На что Лена сказала: Валь, все по-теплому, все по-теплому. Лена, отлично, да. Лена, Роза, Виолетта, это те девчонки, которые научат вас делать ЛТО, 250 баллов, для них это не вопрос. А особенно, когда ребята приходят из первых дней, делают такое ЛТО, это очень приятно и классно на самом деле, потому что нам намного проще дальше работать, потому что вопрос с ЛТО уже закрыт. И дальше мы можем уже, не отвлекаясь на ЛТО, заниматься регистрациями и дальше сопровождать людей. Соня, не мешай, пожалуйста. Соня, отойди. Давайте следующий слайд. И первый шаг стартовой программы у Лены уже пройден. И, кстати, Лена одна из первых, кто сделал первый заказ в первый день по каталогу, и сразу прошла второй шаг стартовой программы. Помните, ребят, что делать заказы в первый день каталога – это очень выгодно. Вы не отвлекаетесь на ЛТО, дальше продолжаете рекрутировать, сопровождать своих новичков и развиваться дальше. То есть ничего не тормозит вас для того, чтобы
ну, для того, чтобы не тратить энергию и думать, откуда же взять личный товарооборот, да? Может быть, я, ну, для кого-то непонятно говорю, ЛТО, ребятки, личный товарооборот. Я сама буду заказ размещать сегодня, у меня как раз четвертый шаг сегодня, wellness life подписки, поэтому 100 баллов в подарок просто так мне сегодня приходит с моим заказом. Давайте дальше, Соня, иди, пожалуйста. Да, я тоже мама, которая сидит с ребенком, поэтому мой ребенок всегда со мной, это очень удобно, но иногда вот так вот навязчиво ноги на плечи закидывает и хочет играть. Да, следующий участник нашей команды – это Анара, которая успешно прошла в этом каталоге первый шаг стартовой программы, стала консультантом 3% с отличным личным заказом, групповым тоже неплохим. Давайте дальше. Катя Малышева. Вот такой вот замечательный звездный человек. Катя сразу пришла, разобралась, что к чему. Размещает гигантские заказы. Прошлый каталог у нас было 100 баллов. Кстати, пока нет, в вебинарной комнате, но она обязательно посмотрит запись, да, Роза? И личный заказ в этом в прошедшем каталоге, да, в 12-м, у Кати был на 161 балл, тем самым мы зашли с ней в золотой премьер-клуб. Я думаю, Катя оценит эти все возможности, которые у нее сейчас появляются. И прохождение второго шага стартовой программы в прошлом каталоге у нас с Катей получился. Напоминаю, что в этом каталоге Катя уже пригласила новичка, Катя, которая у нас сейчас в комнате, которую мы приветствуем. Да, Катя вот пишет уже в чате, молодец, активная. Поэтому дела идут. Дальше давайте. Машкова Женя прошла у нас первый шаг стартовой программы, личный заказ. Ребята, обратите внимание, кто зарегистрировался, например, в каком-то каталоге и до конца каталога оставалось несколько дней, несмотря на то, что вы сделали, например, заказ на 30 баллов, если вы в следующем каталоге добиваете еще 70, и в общей сумме у вас получается 100, проходя, укладываясь в 21 день, вы принимаете участие и становитесь участником стартовой программы, проходите первый шаг. Вот так, собственно, и сделала Женя, которая в прошлом каталоге разместила заказ на 37 баллов, а в этом на 63, и стала успешно себе участником стартовой программы. Да-да-да. Следующий слайд – это Часовских Кристина. Она тоже пришла у нас в прошлом каталоге, где-то с середины. В середине прошлого каталога уже разместила заказ на 26 баллов. У Кристины растет ее личная группа, группа ее, и которая тоже размещает заказы, девчонки увеличивают товарооборот. Кристина, кстати, у нас тоже уже начала заниматься приглашением и рекрутированием теплого рынка. Большая молодец. У нас уже был созвон с одним человеком ее, общались. Вот. Оказалось, что девочка просто зарегистрирована уже в Reflame, поэтому ей не удалось зарегистрировать еще разок, а так мы, конечно же, пригласили ее к нам с удовольствием. Следующий наш активный новичок – это вот Гусева Настя. Она была у нас в комнате, да, и сейчас ее нет. Но ничего страшного, она точно посмотрит в записи. Настя у нас очень активно присоединилась. Она сейчас очень интересно ей стало развитие Инстаграма. Она сейчас это делает. Работа по теплому рынку у нас начнется с ней буквально с завтрашнего дня. Настя уже успела разместить заказ на 26 баллов, за что она, собственно, и получает бесплатную регистрацию и доставку до СПО. И вы помните, да, что если мы в течение трех суток размещаем заказ более чем на 1000 рублей по каталогу, то мы получаем такие вот плюшки, которые для нас очень приятные и особенно для наших новичков. И давайте, наверное, уже последний слайд, да, у нас? Предпоследний. Алевтина совершенно недавно к нам присоединилась тоже и в первые свои каталожные дни сделала личный заказ на 23 балла и тоже получает бесплатную регистрацию и доставку до СПО. Очень активно себя проявляет в чатах у нас Алевтина, задает вопросы, получает на них ответы. Я думаю, что у нас все получится. Тоже не первый раз, кстати, в Reflame приходит, поэтому, я думаю, осознание уже немножечко по-другому. Хотела бы немножко еще поговорить о наших новичках, некоторые сейчас в комнате. Это Саша Мясникова, она обещала в записи посмотреть нашу с вами сегодняшнюю встречу. Людмила Иванова, поприветствуем, она у нас сегодня в комнате. Мила, это она же. И Рябова Кристина, которая совершенно недавно к нам присоединилась в прошлом каталоге, буквально в конце, и уже вместе с нами.
пока еще не размещали свои заказы, но я думаю, что все впереди. Девчонки научатся это делать, мы обязательно поможем всем, чем сможем, и начнем плодотворно работать. В конце хотела бы сакцентировать внимание на то, что девчонки, которые еще не прошли школу, в следующем каталоге это обязательно нужно будет сделать. В обязательном порядке для всех. Буду спрашивать. Ну все, всем приятно дальше смотреть наш банкет. Всем удачи, и я уверена, что у всех получится достичь того, что они сами для себя запланировали. Люблю, целую, пока. Раз, раз. Дубль два. Должно быть слышно. Ждем от вас плюсики, обратную связь, что подтверждение, что нас слышно. И мы продолжаем. Есть. Отлично. Спасибо большое девчонкам Наташе и Вале за поздравления, за озвучивание результатов своей команды. Круто, так эмоционально. У меня все время мурашки бегали. Прям такое состояние, просто как будто салют звучит, фейерверки, аплодисменты. Такое состояние, как будто мы находимся в зале все вместе. Друзья, я уверен, с такими наставниками новички, которые у нас сейчас были перечислены, с маленькими заказами, без заказов, без проявления активности, только включающиеся в школу, уже по итогам каталога текущего номер 13, счастливого 13-го каталога, будут у нас снова на слайдах, с новыми результатами, с своими первыми достижениями. И это очень здорово. И... Я еще раз тебя перебью. Еще я хочу выразить огромную благодарность в дебюте с подготовкой слайдов к онлайн-банкету Варгиной Наташе. Матина. Свою команду Наташа подготовила самостоятельно сегодня, практически без нашего участия. Ну круто, давайте поаплодируем Наташе. Молодчина, так держать. Конечно, это... Твоя команда, и кто же еще ее должен поздравлять? Вместе с Валей. Молодцы, командная работа. Точно сегодня девчонки напьются. А мы... Wellness-коктейли. И витаминками будете зажевывать. А сейчас мы передаем микрофон следующей команде. Свою команду хочет поздравить Мария Склиренко. И снова мы. Поставьте плюсики. Маша, можно мы поздравим твою команду? До момента, пока ты наладишь связь, да, мы будем эту такую благодарную работу делать за тебя. Надеюсь, недолго. Такой момент специально для спикеров, для людей, которым вы хотите предоставить микрофон. Нужно потренироваться заранее в вебинарной комнате. У нас не было такой возможности. Ну ничего. Ребят, встречаем аплодисментами команду Марии Склиренко. Маша сама из далекого-далекого города Урая. Что находится у нас в Тюменской области, Ханты-Мансийский округ. Да, это очень далеко, но Маша наша зажигалка. И чем она у нас отличилась? Она показала яркий пример того, что можно выполнять квалификации. И Маша у нас ездила на первую менеджерскую конференцию, которая проходила в Египте. Благодаря ей и еще одному нашему партнеру я тоже была в Египте. Мы там встретились по-настоящему, вживую. И, конечно же, я считаю, что Маша не просто партнер команды, она наш друг. Подруга, класс просто. Спасибо тебе, Маша, за то, что ты есть в нашей жизни. И вот на слайде, на фотографии вы видите Машу Склиренко. Это Склиренко. Это пример партнера компании Oriflame, команды «Карьера онлайн», который впервые вместе с компанией Oriflame летал на самолете, путешествовал, делал загранник и увидела море. И такая возможность есть абсолютно у каждого из вас, если, например, вы на текущий момент не были на море, не летали, не имеете загранника. Классно. Да. Компания Oriflame. Итак, поехали. Давай будем по очереди поздравлять. Хорошо. Итак, приветствуем Викулину Людмилу. Лично это участник премьер-клуба, личный заказ 150 баллов. Молодцы. Алёшина Наталья, личный заказ 155 баллов, также участник премьер-клуба, участник прокачек в Инстаграме, активно развивается, наверное, во всех социальных сетях, и тому результаты. Молодцы. А я хочу сказать, что это постоянные участники премьер-клуба вот на протяжении, мне кажется, с момента регистрации. Это очень, очень здорово. Поздравляем Наумову Елену. Личный заказ 153 балла. Тоже молодчина. Так держать.
и даже лучше. Ружицкая Елена. Маша, объясни. Маша, ждем комментариев. Поздравляем Ружицкую Елену с активационным заказом. 12 баллов, да. Все правильно, да? Хорошо. Людмила Сухарева, личный заказ 101 балл. Это участник серебряного... Раз-раз-раз. Раз-раз-раз, все нормально. Продолжаем. Людмилу поздравили. Анастасия Кузнецова, личный заказ 100 баллов. Прошла второй шаг стартовой программы. Давайте поаплодируем. Безумова Виктория, которая у нас тоже далеко-далеко живет в Архангельской области. Личный заказ 151 бонус балл. Ура, молодцы. Вкусняшки самые собирают. Очень много рекрутов. Это люди, которые стартанули и, надеюсь, будут не просто потребителями, а станут партнерами. Елена, поздравляем. Леночка как раз у нас в комнате. Семенова Алена, Крылова Екатерина, Иванова Елена, Шехтель Наталья, Бергер Наталья, Семышева Ольга и Кузнецова Елена. Супер, молодцы, активные партнеры. И Маша желает успехов всем в новом каталоге. И признается в любви. Да, я люблю вас. Друзья, надеюсь, мы всех поздравили, кто готовил менеджера, поздравления своим командам. Кого не поздравили, ребят, мы вас всех ценим, любим и знаем, что вы делаете это не для просто, да, для галочки, для открытки. Вы все хотите стать успешными и расти по карьерной лестнице. Я думаю, что каждый из вас мечтает собрать команду активных, дружных партнеров, с кем вместе ездить в путешествия и на конференции. И вы знаете, что все в ваших руках. Если кому-то из вас нужна помощь, обращайтесь без стеснения, без, знаете, каких-то там оглядок. Звоните мне в любое время, менеджерам, всем, вот кто вас вдохновляет, например, нравится вам Валентина Хохлова, звоните Вале, неважно, вы ее в команде или нет, я уверена, что она не откажет, потому что, ребят, здесь в сетевом маркетинге действует такое правило: чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Это правило действует вообще в жизни, но в сетевом оно, как знаете, так разрастается очень сильно. Да, я знаю, что Валя не откажет, уже многие ей звонят. И выберите себе, да, человека, который вас вдохновляет, и учитесь у него. Ребят, прорывайтесь в этом бизнесе, он такой простой. Такой веселый этот бизнес, его нужно делать играючи, от души, вовлекает людей. И делайте это просто каждый день, и тогда будут и такие результаты. Почему такие классные результаты у команды Наташи Варгиной и Вали Хохловой? Просто они бомбят каждый день. Каждый день, не останавливаясь. Я иногда смотрю, мне Валя присылает сообщение в 2 ночи, а следующее в 6 утра. То есть я делаю вывод, она спала 4 часа. Или меньше. А может быть, меньше. Да, понимаете, вот эта удивительная энергия, появляется вдохновение, когда вы загораетесь. Найдите хотя бы одного первого единомышленника, и у вас попрет все. Ну, а еще лучше соседа. Как Наташа с Валей. Да, очень круто. Да, вы все огонь, все зажигалки. Спасибо вам за такие классные результаты, потому что, ну а как иначе? И мы вам желаем, чтобы 13-й каталог был еще круче, чем... Ты что так повис? Я хочу слово взять. Я тебе показываю всеми... Я не видела. Передай микрофон. Спасибо. И я желаю всем нашим партнерам, всем участникам, всем поздравленным в текущем каталоге. Все уже, слова ушли. По итогам ушли. Каталога. По итогам каталога, да. Чтобы с каждым каталогом наши уровни, наши поздравления росли, росли, росли. И доросли до банкета, до менеджерских конференций, до золотых конференций, до лайнеров, бриллиантовых, исполнительных. Чтобы уже встречаться помимо банкетов, таких вот онлайн-банкетов, на живых и на международных конференциях. Чтобы были обнимашки. Целовашки. Ребят, спасибо огромное. Давайте еще раз чат.
украсим смайликами, да, и помчимся все строить бизнес до красной коровой дорожки. Ковровой. Ковровой, я так и сказала, чуть-чуть заговариваюсь. Да, всем успехов. Что, зажигаем? Погнали. Удвоим результат в этом каталоге. Удвоим. Пока-пока.